Такая, посмотрел, распространенная ошибка у многих, но не только у вас, вообще у многих людей, когда начинают учиться проходу в ноги, вот именно после, во время удара, бросай. Многие делают сначала уход от удара, а потом только проходят. Это ошибка, такого не надо делать. Нужно проходить навстречу удару, бей. Навстречу сразу. Потому что пока вы будете вот это движение делать, он среагирует, он тоже отскочит, он будет дистанцию держать, он не даст вам пройти. Нужно поймать именно встречное движение его, еще раз. Не падай, не падай, что ты падаешь? Ты меня тащишь сам вниз, мне даже тебя проходить не надо, ты сам заваливаешься. Еще раз. Раз. И здесь идет работа. Запомнили? Это движение не должно быть, еще раз. И смотрим внимательно еще по шагам. Первый шаг одновременно с руками идет. Руки подняты вот отсюда. Не отсюда проходим, а вот руки подняты в стойке. Раз, взяли ноги. Второй, опять ты падаешь, ты опять поджимаешь ноги и тащишь. Понимаешь, что ты сам падаешь на спину. Стой на ногах. Раз, два. И здесь тоже желательно не держи меня. Потому что я с тобой упаду и тебе, ну, проломаю грудную клетку. Пускай меня, да. Потому что я с тобой вместе тебя воткну, ты не... Да, да. Отпускай, не бросай, я тебя придерживаю, так я еще подпрыгну и вообще на тебя упаду, ты вообще не встанешь. Поехали. Продолжаем знакомиться с нашими участниками. У нас представитель команды «Желтых» Алексей. Леша, привет, как сам? Да, потихонечку, нормально. Как тебя сегодняшняя тренировка измотала уже, нет еще? Ну так, есть, да, чуть-чуть такое, усталость. Сколько уже, часик скачем? Побольше, 1:20 где-то. Ну и осталось-то немного, в принципе. Да, сейчас вот будем в стоечках работать тоже. Как тебе угловые выходы, уходы? Интересно очень, так довольно-таки сложно это все делается. Что Саша сказал? Саша сказал, что... В принципе, он уже здесь видит каких-то ребят, которые, в принципе, могли бы профессионально достаточно этим заниматься после окончания. Ты как думаешь, про тебя мог он такое сказать? Ну, не знаю, учитывая мой возраст, мне, наверное, уже поздно профессионально куда-то идти. А на сколько тебе лет? Мне 25 сейчас, с половиной даже. И что, ты думаешь, что все, нереально в 26 уже не войти туда? Ну, конечно, там это надо тренироваться как минимум лет 10, чтобы какие-то показатели показывать. В принципе, все верно. Ну, а так, если какой-то будет бойцовский клуб, ну, такой, пофантазируем, ты бы походил там, душу бы поотвел? Можно поучаствовать, конечно. Без денег, просто так? Да, конечно, а что нет? По-дружески побить друг другу лица, что может быть прекраснее после тяжелой среды рабочей в офисе. Ты работаешь? Ну, я не в офисе работаю, я работаю на улице. А, ну нормально. Ну, там есть... А приходилось тебе, кстати, ну, на улице как-то уже, вот за сколько, 4-я неделя уже у нас идет проект, тебе как-то приходилось за это время уже применять? Да нет, как бы не было такой ситуации. Ты вообще парень мирный, не конфликтный? Ну, не конфликтный, как бы. Мы русские, народ мирный, нас не тронешь, мы не тронем. Ну, русские бывают разные. Есть мирные, есть не очень.
Ну что ж, как видите, сегодня действительно не совсем обычная тренировка. Вместо привычного нам всем мата, огромного ковра, на котором ребята валяются, борются, бегают, разминаются, Саша Яковлев выгнал сегодня всех на ринг. И, как я посмотрю, видимо, ребята отрабатывают приемы выхода из угла, когда тебя противник зажимает, и, казалось бы, отступать некуда. Вот самое время атаковать, кинуться в ноги или схватить за горло, я уж не знаю, но это Саша там все объяснил. Вообще, на самом деле, интересно смотреть, как наши мальчики, девочки с каждой тренировочкой, с каждым днем, с каждым выпуском превращаются в уже действительно какое-то оружие с руками и ногами. Прям захватывает дух. Ух! Желательно, чтобы спина была тоже прямая. Не вот так опускаться на прямых ногах, а именно вот. Вот видите, и вот что делаем? Убираем свои ноги в сторону и выдергиваем его ноги. Все, прям попробовали, там даже встали вот такой какой-то захват, да? Он один на вас идет, вы его раз разворачиваете, прижимаете плечом его к канатам, опускаетесь, соединяете руки и выдергиваете ноги. Поехали. Не, не обязательно, как удобно, как перчатки и это, накладки на ноги, боксерские. Столкновение интересов. Команда желтых и команда черных. Карен с Лешей прям спорят, кто из них лучше. Противостояние перешло в словесную перепалку. Вот это были эмоции, друзья. Мы живые, незапланированные. У нас, в принципе, вообще ничего не запланировано. Но это прям было вот так вот на лице. На лицах агрессия, эмоции. Ты че? Да ты кто? Ты посмотри на свою команду. Все это было только что. Ну вот, смотрите, из словесной перепалки пришли в партер. Здесь же как? Если словом не можешь, то можешь телом. Дурак сам дурак. И в партер.
Да-да, а где команда? Не поддерживает тренера. А Алёшу что-то никто не поддерживает. Нормальный пресс? Желтые ликуют. Нормальный такой незапланированный батл. Я так и не понял, правда, кто лучше. Но желтые считают, что... Тренер желтых лучше по-любому, поняли? Желтый вперед. Я потратил много сил и энергии на тренировки, но повысить выносливость и восстановить мой баланс поможет Росбахер. Росбахер – идеальная вода для спорта. Все делаем без остановки. Не плечи отпускаем, а таз. Спина прямая, не стоять, что встали-то? Команды стоп не было, работаем. Ниже, ниже приседай, ниже, еще ниже приседай, что ли, ноги не сгибаются, что ли? Приседай ниже. Вот, хорошо, правильно делать, молодец. Пошли, побежали, побежали ноги. Бежим, ручки убрасываем. Выше, выше, 90 градусов угол. Выше. Вот. Чаще, чаще, чаще. И последнее упражнение. Пока бежим, бежим, я не сказал еще хоп. Последнее упражнение. Выпрыгиваем ноги к груди. Сделать без остановки. Кто сделает, тот значит выиграл бой. Кто остановился, тот проиграет бой. Хоп, поехали. Ноги к груди, прыгаем. Сейчас проверим, кто из вас победитель. Не останавливаться, всем темп держать. Все, ты проиграл бой, а ты остановился. Кто не останавливается? 8 секунд, терпеть. 5 секунд. Не сдаем тебя. Хоп, закончили. Сегодня Александр Яковлев многому нас научил. Ребята, надеюсь, усвоили этот урок, и я надеюсь, он придет к нам еще и тоже поделится оставшимися секретами. Все, конечно, не рассказать, ну хоть что-то. Я тоже, друзья мои, кое-чему научился. Когда стоишь в стойке, главное беречь голову, оставаться хладнокровным и не давать волю эмоциям. Берегите себя. Увидимся в следующей программе.